Всем здорова, дорогие друзья, продолжаем код Вероника, и у нас на очереди нужно отправиться и отнести, короче, лекарство Клэр. Вот. Мы немного вооружились, потому что нас ждет стычка с первой фазой Алекси. Вот. Немножко вооружились. Так. Выключили здесь электричество, так как нам надо будет забрать, короче, эти, ну как их, алмазики, камешки, вот. Ну, сейчас мы, нам нужно в первую очередь отправиться вылечить Клэр. Смотри, здесь даже карусельки остановились. Вот. Так. С первой фазой-то, я думаю, мы справимся. А вот дальше с финальным боссом, как мы будем справляться, я вообще не знаю. Клэр, теперь я о тебе позабочусь. Тебе уже лучше? Да, в принципе, спасибо. Тоже будет две ты фазы. Ты как старший брат, вечно присматривающий за младшей сестрой. Да ладно, капитан очевидность. Конечно, он старший брат. Так. Это Алексия. Алексия? Это действительно Алексия? Нет, блин. Мы как раз вовремя. Это хрен моржовый. Юридически несовершенные существа. За ней! Она может знать, где Стив. Пойдем. Давай, давай. Не дают нам в паре походить, короче. Снова разделили. Вот. И сейчас, по-моему, нам снова передадут управление за Клэр. Надо будет чуток побегать, короче. Крис! А! Иди, со мной будет все хорошо. Но Крис! Ты должна спасти Стива, иди! Давай, не томи уже. Он справится, он большой мальчик, справится. Так вот, финальный босс, там тоже будут две фазы, короче. О, какие херово-то. Опасно. Надо подлечиться. Так. И вот, первая фаза, там тоже, как бы, в принципе, надо будет мочить, ну, с пистолета. Ну, не с пистолета, с оружия, короче, надо будет мочить. А вторая фаза там уже... В принципе, попроще. Надо будет как-то дотянуть до второй фазы. Там только будет зависеть от меткости. Так, скомбинировали, короче, давайте сожрем сразу. Да. Съели. Окей, так. Что у нас, смотри. Слышали, да, там крик Стива был? Так, патроны для дробовика, отлично. Крису это понадобится. Угу. Так, шкаф. Здесь, смотри, для ружья, короче... Для чего этот крюк? Для ружья, конечно. Надо будет не забыть, короче, Крисом здесь поставить ружье. Здесь секретик должен быть. Так, это мы выбрасываем. Так, это... Сейчас перезарядим калаш. Так, вот здесь откроем сейчас
аптечку тоже возьму, потому что сейчас мини-босс тоже такой будет. Вот. Я не знаю. Одну, две. Давай две возьмем. На всякий случай. Вот. Вот эти моменты я помню, как бы вот припоминают. Ближе к финалу. Припоминается. Блин, конечно, лоханулись мы с Магнумом, это вообще жестоко. Но что делать? Хардкорим, друзья, хардкорим. Так, коллаж. Давайте мы выложим коллаж для Криса. Потому что финальный босс, с финальным боссом будет сражаться Крис. Вот. А для Клэр вот мы оставим пистолет. Окей. Так, все, да, взяли? В принципе, все. В принципе, все. Так, давай. Отправимся. Уже почти финал. Почти финал. Нам остается еще побегать. Тут, ну, пару серий, наверное. Так, смотри, вот эти вот. Такое ощущение, как будто. Двигаться должны, да, а нифига они не двигаются, короче. Оп! Твою мать! Вылезла тут. Закрыто изнутри. Окей. Падла. Че там сбрызнуло? Все, уползла. Щупальца сбрызнула. Окей. Эта серия такая будет, как бы. Я думаю, ух, будет такая. Так, зомби. Да куда ты? Все, сдох, да? По идее должен сдохнуть. Отлично. Так, он один здесь или? Здесь смотри. Трупец лежит. Ну, не знаю. Встанет он, не встанет. Решетка закрыта, не могу открыть. Окей. Там решетки. За решеткой еще. Окей, так, эвакуационный лифт. Работает только при опасности. Понятно. Еще трупешник лежит. Так. А, ну вот, вот она, площадка, короче, финальной битвы. Видите, там улей, этот муравейник торчит. Так, охрана установки. Замок автоматически открывается при аварии. Как обезвредить охрану? При аварии поверни оба прибора одновременно. Это освободит то, что надо. Тут, короче, пушка специальная для финального босса находится. Закрыто. Дырка в виде дракона. Так, сколько там? 4 крыла, да, я прав. 4 крыла. У нас 3 есть. Вот. Надо еще одну где-то найти. Я думаю, в принципе, недалеко где-то находится. Смотри, тут всякие пушки, оружие. А, ну это место я помню, да. Это место я помню. Вот там, вот, там сейчас сверху, видите, здесь такой силуэт. Сверху будет, короче... Пресс херачить. Вот. Так что надо будет аккуратно. Потому что первые разы, когда я играл, меня здесь просто сплющивало. Окей, так. Зомби ничего, он не встанет. Ладно. Может, встанет. Файл охраны. Самый важный секрет семьи Эшфордов хранится в лаборатории. Как меру безопасности я установил самоуничтожающие
Что-то там, короче, в комнате управления. А код активизации поместил в компьютер. При активизации все двери останутся только... Все двери, короче, будут закрыты, и останется только один путь на спасение. С помощью лифта попадаете в ангар. Из лаборатории можно убежать легко. Помнишь, что я использовал имя моего красивого предка как код? Слава Ашвардам, Александр Ашвард. Короче, красивый предок — это Вероника. Есть ручка. Давай, поворачивай. Вот, короче. Пресс. Надо, короче, пробегать быстро. Отлично. Чуть пятку мне не раздавил. Окей. Так, возьми кристалл. Карта. У нас здесь карта, короче, отполированный кристалл. Внутри карта. Я могу получить карту, если взломаю. Короче, здесь такая вот махинация. Надо успеть сейчас быстро... Так, вот это у нас, да, меню? Быстро положить. Теперь забрать. Нихт, блин. Все по новой. Или нет? Все по новой. Жесть, короче, друзья. Жесть. Все по новой. Окей. Ах, бог ты мой. Конечно, жестоко. Так, комбинируем все. Это используем. Это берем. Так, патроны для дробовика. Вот про что я и говорил, короче. Первые разы меня тоже там давило. Так, это все убираем. Возьмем две аптечки, сразу берем. В принципе, кейс можно не открывать, там патрон для магнума, магнума у нас нет. Вот, так что... Смысла нет. Так, погоди. Я забыл. Забыл. Стрел. Стрелы для гребаного Робин Гуда забрать. Так. Отлично. Тут у нас что? У нас тут закрыто, да? А эту пробежать не получилось. Так, сбрызнуло. А, еще живая, смотри. Я ж думал, сбрызнет, значит, сдохла. Так, зомби. Зомбушка. Ты где? Зомбушка, иди сюда. Так куда ты? Блин, падла еще ползает теперь. Вот так хрен попадешь теперь по нему. Все, отлично. Как так? Как-то так. Окей, так, у нас здесь... Ничего, да? Здесь ничего. Идем сюда. Там наверху тоже у нас ничего. Не будем тратить время. Комбинируем.
Сразу же. Короче, сейчас надо это все как-то быстро сделать. Так, окей. Успею. Не добежал. Да куда? А чё ты пошла-то? А чё ты, тварь? Пешочком такая. Отлично, на середину забежали. Все, четко, четко, забрали. Сейчас должен щелчок сработать, и эта херня остановится. Так, возьми карту охраны. Все, четко. Отлично. Так. Просмотр. Какая аудиокассета, да, такая? Карта поможет открыть замок охраны. Ясно, понятно все. Движемся сюда. Темница. Так, решетка опущена. Может попробовать читатель справа. Читатель — это карта. Читатель карты. Сработал замок. Взять карту охраны. Давай. Так, дверь заперли. Смотри, какие тут статуи. Стив. Стив. А, Клэр. Ага. Клэр. Нет, я не могу. Кто это с тобой сделал? Эта сумасшедшая сказала, что она проведет надо мной такой эксперимент, как и над своим отцом. Она полностью выжила из ума. Короче, ему ввели этот... Т-Вероника, короче, вирус. Клэр, помоги мне! Жалко, Стив. Хоть и был неуклюжий, кривожопный чувак, но жалко его. Стив! Халка превратился. Халк крушить! Оборвал! Нет, оборвал! Стой! Короче, от него валить надо. Убить его не убить. Надо бежать, короче. Только не спотбись, как обычно. Хера он сданул. Плохо сразу. Сразу плохо стало. Все, успел. Успел. Еще своими тут. Thank you.
приплыли. Смотри, а он разумом-то такой, да, сильный, рассудком. Смог побороть, да, себя, не убить. Отрубили. О, Стив. Средний палец. Не трогай его, он заразный. Хера у него ладошка больше его головы. Стив, держись. К нам на помощь прибыл мой брат. Мы выберемся отсюда. Твой брат сдержал свое обещание. Но прости, я не могу. Короче, Оскар этому чуваку, Оскар надо. Я рад, что я встретил тебя. Я люблю тебя, Клэр. Вот это серьезное заявление. Я же говорю, блин, я говорю, вот Ди Каприо не зря получил Оскар. Был пацан, а нет пацана. Кстати, за всю серию пока, да, вот Клэр первый раз признались в любви. Наконец-то! Я нашел тебя, Алексия! Пойдем со мной! Пойдем со мной, я покажу тебе дивный мир. Ты причастна к созданию вируса Вероника. И теперь единственный его образец существует только в твоем теле. Он мне нужен и сейчас. Так что расчленим ее и ты недостоин его по чемоданам распихаем и к себе на базу. Готовы лицезреть первую фазу, Алексей? Так, видали, жерелье упало. Так вот, показали, прям показали. И тема сисек не раскрыта. Что это за сила? Это Сибуа сила. Спалили. Смотри, под шумок свалил, да? Короче, капздец, надо сейчас с ней воевать. Так, а аптечки, что там с аптечками? Окей! Че, пистолет? А че я? Я убрал. Ай! Еще и блюет. Да блин, опять плеванул он меня. Ладно. Ща пекалим ее. Давай быстрее перезаряжай. Сейчас наблюет за воротник. Так, погодь, 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 погодь. О, да ладно.
Да куда ты? С пистолета! Вася! С пистолета, Вася, я ее замочил! Аллилуйя, блин! Сэкономили! Сэкономили! Я, кстати, когда вот сейчас переигрывал, ну, то, что вот вырезал за Клэр, там я патроны для пистолета, короче, не стал перезаряжать пистолет Клэр, короче, я их положил в ящик, так что у нас есть коробка патронов от пистолета. Окей, возьми воротник, Алексей, воротник. Воротник Алексей, кажется, камни можно удалить. Окей, удаляй уже давай камни свои в почках. Просто шикарно. Шикарно просто. Четко, я думал, будет жопа. Так. Так. Оп. Потайной ход. Очнулась, падла такая, а? Пока вроде она нас беспокоить больше не будет. Теперь до финальная. До финала. Так, зомби. Зомби никт. Никт. Пока. Я не хочу тратить ружье. Так, смотри, здесь у нас какая-то лаборатория, что ли. Микроскоп очень старый. Отлично. Так. Вот отчет Вероника. После долгих исследований я наконец-то вывел наследственный элемент, отвечающий интеллект человека. Я также вывел абсолютную величину интеллекта, искусственного перестановкой базовых элементов. Я взял пробы генов великого предка, скомбинировал их элементы и имплантировал их в неоплодотворенную яйцеклетку суррогатной матери. Хера он такой. Я не ожидал рождения близнецов, мальчика и девочки. У мальчика высокий уровень интеллекта, но чё-то он им не блистал вообще просто. Но он не так высок, чтобы назвать его гением. Но девочка имеет все задатки, ее легко можно назвать гением. Она именно то, что я искал. Возрожденный предок. Я уже определился с именами. Девочка Алексия, мальчик Альфред. Я уверен, что Алексия возродит семью Ашвард и принесет ей славу. Александр Ашвард. Вот так. Сашка там написал всякую дичь. Так, похоже на панель управления. О, смотри. Там внизу я, кстати, видел сейчас патрон для пистолета. Так. Окей, пока не будем. Пока не будем. Оп, так, дверь. Сюда не. О, смотри, там и для ружья патрончики. Вообще шикарно все. Все шикарно, все по красоте идет. Все так, как надо. Так, на зомбаре, я думаю, хватит. Так, что там, большая капсула? Большая капсула. Где там еще... Погоди, а где патроны для... А, вот это. Вот они. Все четко. Так. Жмем панель, кнопка, нажать кнопку. А, крыло, смотри, четвертое крыло, отлично. Все, у нас есть все четыре крыла. А, еще саму, это, стрекозу надо найти. Точно. Сам ствол стрекозы надо найти. Thank you.
Так, ты открыл дверь. Хм. Какую-то дверь открыли. Окей. А, ты смотри. Погоди, пока нет. Пока здесь ничего не делаем. Эта дверь ведет к этой. Клэр, короче. А, ну и к этому. К ящику. Вон, сдохни. Сдохни. Так. Все, патроны кончились. Ладно. У меня есть для тебя подарочек в виде дробушки. Отлично. И че, испугался, что ли? И тебе. И тебя вылечат. Так, где-то еще шуршит, да? Погоди. Это что? Это ничего. Так, и здесь тоже ничего. Окей. Давай по порядочку. По порядочку. О, сохранка. А, ничего полезного. Только бесполезные книги. Только бесполезные книги. Так. Портрет красивой женщины. Хозяйка семьи Ашвард, Вероника. Окей, я тебя понял. О! Ах ты, некуда положить, да? А ящика здесь нет? Патроны для дробовика, отлично. То, что нужно. Погоди, а чё, ящика нет? Ничего полезного. Ха-ха, прикол. Ящик-то скоммуниздили. Окей. Давай. Ладно. Сохраняемся, друзья. Сохраняемся. Вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. И комментируем обязательно. Приближаемся к концу. Приближаемся к финалу. Вот. И с вами был Валерий. Всем пока.